Массу техники она попала в руки ополчения. Всю ее отремонтируют и будут использовать в дальнейшем. Вероятно, что число трофейного оружия еще увеличится. Парируя заявление Петра Порошенко о том, что весь личный состав из Дебальцева выведен, в штабе армии ДНР утверждают, в котле еще остаются украинские солдаты. Им гарантируют безопасность при одном условии. С оружием мы никого из кольца окружения выпускать не будем. По-прежнему призываем господина Порошенко отдать приказ своим окруженным в Дебальцевском котле частям сдать оружие и мирно уйти на свою территорию. В котле очень много украинской военной техники. Мы уже ее собираем. Что надо, будем ремонтировать и вводить в строй. По нашим оценкам, ситуация с Дебальцевским котлом близка к завершению. Она ни для Украины, ни для нас ни в коем случае не должна и не может стать поводом для нарушения минских договоренностей. Они должны соблюдаться всеми. Мы со всей ответственностью подходим к выполнению наших обязательств. Отводим тяжелое вооружение на спокойных участках фронта. Готовы сделать и на Дебальцевском направлении, как только ситуация там этого позволит.